Здравствуйте, ребята, с вами Dentrius Gaming и Nodus Channel. Продолжаем играть в Grounded. Когда сейчас пойдем закончится, да? Сейчас пойдем выполнять задание купальня для птицы Вехи и вершинка булыжника, возможно, если... А, там еще задание убить 10 рыжих муравьев. Живой изгородь имеешь в виду, да? Так, давай живой изгородь, пойдем сперва. Время 4, по-моему, сейчас они не заснут. Ну, через 2 часа, косвенно, да. За это время что поделать? Что поделать? Что поделать? Ну, мы можем... Но, блин, там в темноте плохо видно. Да не, нормально. Пойдем, Витя, наш мост достраивать. 2 часа. Ну, давай. Видишь, здесь эти поддоны полные внизу. Ноду. А вот угольные вот эти фонари, они долго, наверное, служат, да? Угольные фонари. Сейчас, как они правильно называются? Факелы, что ли? Ну, факелы. Наверное, не знаю. Но там, видишь, ингредиентов там не хватает. Мы не можем там пройти, да? Как я не понял, где они? Тут пока меня не было, много чего изменилось. А, вот факел вечный уголь. Грубую веревку не хватает. Кусок сухой травы. Там уже можно спать? Так, нет, я не в доме. Пойдем спать. Сейчас я перейду. Сухую траву соберу.
спать до утра. Уже можно, да? Уже можно. И нужно. Все, я иду. Ты можешь еще одну прялку сделать? Ты же ее все равно используешь. А шляпка желудей, блин, нам нужна. Не, смогу я сейчас ее сделать. Пойдем спать. Пойдем спать. Что-то стрелку поставил. Что стрелка? No joke. Рамку. А, кстати, помнишь, вон тебе в лаборатории, вот точнее в этом в полевой станции, мы думали, что за фигня там, картинки какие-то. Какой полевой станции? Подстанция, конечно. А, я понял. Значки имеешь в виду? Ну, значки вот, оказывается, это для вот этих картинок, наверное. Понятно. Что ты больше есть? Ох, я забрал. Не засунул только... перед тем, как спать. Не, я их засунул, я забрал только что все веревки. Ну. Для факела. Так, один клевер, две... такие вот эти штуки еще мне понадобятся, да? Для вихи. Да. Вот что здесь. А я вышел, сейчас я приду. Не знаю. Ща. Блин, долбоносик убью. Где что, ты жарить собрался, что ли? Да, кушать. Да по пути же надо грибов найти. Да, есть у меня грибы? Просто хочется плотно покушать. Блин, когда надо их, они нету их. Жарить будешь? Да нет, их нет. А я нашел. Грибы. Иди сюда. А вот один долгоносик. Я жарю уже. Два куска мяса. 50%, по-моему, он сытости утоляет, остальное нужно грибами добить. Все, я готов, пошли. Пошел. Покушали. Да. Пошли. Так, где у нас? А, вон туда. Пойдем.
быстро бегаешь, ты что там? Что ты там прокачал? У тебя, наверное, за счет этого формы, да? Амуниции. Не. Амуниции. Да у меня же мутация одна только. Все. А, третья фаза, оказывается. У тебя какая фаза мутации? Беготни. Чего? Беготни. Тоже третья фаза. А что ты когда медленно бегаешь? Вообще без понятия. А возможно у нас одинаковая скорость просто, тебе кажется, может? А нет, ты просто это... Два раза быстрее. Где-то зубка, где-то засупочка. Так, вот где-то здесь. Вот теперь бегу. Теперь быстро бегу. Мутацию поменял. Где ты там ходишь? Что-то там есть, да. Блин, это отрава походу не замедляет. Конечно, жесткий. Он за тобой, да, бежит? А все уже отстал. Мутацию поменял не сразу тут. Че, ягод собирать будешь? Да, да, это для брони нужно. Так, я сейчас позбиваю. Все, что были видны, съел. Что там? Что-то все, пошли наверх. Там все собрал? Да. Те ягоды, которые я сбил. Да. Еще видишь? Нет. А вот я вижу еще один. А, ты имеешь в виду наверху? Да. Там вижу. Третьего лица не особо видно. Пошли пока день этот ноду. Да, блин. Наверх надо. А вот еще вижу. Там это, там факелы приходится этот. Так, где у нас наверх вот слезать? Тот, вот тот. А, вот тут. Так. Ну ты давай веди. Я вот за тобой. Next. Так, зубку показывает здесь. А, вон наверху, оказывается. Паучки.
эскапизм. Чуть надо, а? Так, как туда залезть? Да блин, что за фигня? Что-то у тебя там началась серия падений. Ну. Надо на вот эту коробку сока залезть. Там это наверху. Зубик. Ну я все равно поломать не смогу. Потому что придется тебе. Ты поищи ход, куда можно залезть туда. Вот, нашел, иди сюда. О. Так, тут, короче, слева по листьям прыгай. Я по ним и прыгал. Нет, ты направо пошел, а я налево. Так, я тебя не вижу, ты где? Вот сюда прыгай. Да. Блин, упал. Ну, короче, ориентиры это место. Сейчас пока этот зуб достанем, вечер пройдет. Вечер пройдет? Угу. Или вечер придет? Так, все, я забираем. Дантист. А, тут, походу, где-то еще этот есть, кусь. Пикает. Ну. Так, где эта штука находилась? По-моему, не здесь. Ну, что там, лишние одуванчики есть? Не-а. Может, я тогда за дуванчиками схожу? Не сходи. То потом больно будем падать. Так, видимо, по канатке нужно идти. Потом налево. Ты потом этот куст найдешь? Я его буду искать. Пикает возле этого. Возле канатки. Вон она, вон та штука. Туда залезть.
О, добрался. Штука не работает, что ли? Канатка нерабочая. Вот здесь одуванчики лежат. Растут. О, перо, перо, перо. Это где? Да я внизу за одуванчиками пошел. Что-то далеко, что прямо под нами одуванчики растут. А вон там одуванчики я вижу. Иди вон туда. Я тебя отметил. Я все уже две штуки взял. Она там далеко. Тебе взять или не надо? Сколько ты взял? Так, пока две штуки. Сейчас еще возьму. Ну, запасной можешь взять. Рядом? А, да. Все, я вижу, как ты там ломаешь. А тут опасно. Опа, все. Так, одуванчик-то в другую сторону упал. Хохолок. Нет, за мной же эти гонятся. Клещи. Я тебя отметил, это перышко. Я 4 штуки взял. Забери перышко здесь. Я тебя отметил. Хорошо. Окей, окей, окей. Че, тебе ягоды скинуть отсюда? Вот. Здесь, да. Что я первый взял? Где ты там? Наверх посмотри. Вижу, вижу. Тут же этот же, опасно. Комар тут. Да, они здесь летают. Возле меня наверху. Все, взял. Иди сюда. Я тебя отметил. Тут пауки, придется обогнуть путь. Падает. Видишь, падающие эти ягоды. Да, вижу, вижу. Тут их две. Так, я сейчас походу к комарикам подойду. Че, будешь забираться сюда? Да там полный лабиринт будет, не знаю даже. Короче, через первую эту канатку проедешь, потом налево. Хорошо. Вот я тебя даже отмечу. Если не буду падать. Так, я пойду дальше. Обнаружена угроза, ёпта. Опять эти... Паучки? А, это пауки, ну. Точно уверен, мы там пропустили, да? Да. Прям 100%, я же даже вижу, как можно залезть сюда. На этот фонтанчик. Я же могу же, в принципе, оттуда зайти по-быстрому. Зачем мне сюда входить-то? Как ты зайдешь-то сюда? Как ты залезешь-то сам? Сюда через залезешь. Вход. Нет, через другой вход входил, выходил. Это не внизу, это наверху. Нет, там брешь был в лаборатории. Я же говорю, лаборатория внизу, а это наверху. Я попробую оттуда. Так, зубы вижу. Давай, лети сюда. А теперь их двое. Ну,
all away from me. Давай по одному. Залез? Не, с другой стороны. Наверное, паучки были. А ты оттуда не залезешься, нафиг. Кусочки желуди нужны? Бери. Тут дофига. Фига паутинных веревок. О, веха. Задание выполнено. Что уже? Выполнил, да? No. Не знаю, каким цветом обозначить-то его. Может, нафиг почем? Да вы закончитесь. Идут и идут, идут и идут. Комарики. Паучки. Комарьяныч, ты чё там завис-то? Всё, мне можно не выходить, да? Да, я здесь уже всё собрал. Так, всё, я спустился. Так, теперь пошли во вторую веху делать. Вон, интересно, что хватит. А, нам паутина же еще надо было. Я же взял же. 14 штук паутины и 5 штук волокна паутиной веревки. Кстати, с той стороны что-нибудь есть? How many
Да, наука что-нибудь сутки. А вот что-то есть наука. А что ты нам нашел, я не понял. Науку нашел. Нет, вообще там, в изгороде. Наверху задание же выполнил. И там зубку еще золотую нашел. Там куп этот. Питьевой фонтанчик там наверху, по-моему. Или купальник для птицы, я не знаю, что такое. Так, еще что-то. Еще наука. Да, вот я вижу. Здесь. Взял? Да. Так, о, зубка. Мега зубки, да, еще? Да. Так, еще наука где-то здесь. Это здесь. Над нами, скорее всего. Да, наверное. А, я вижу. А, все, все. Так, оп. Сейчас мы не слышим. На базу возвращаемся. Все, он гонится, идем. Но я могу его отпиздить, что-то мне лениво. Я что-то... Да, время, зачем сидеть? У меня там 5 полосок всего лишь. Хотя вначале помнишь, как убегали от них? Ну. Че, на базу? Так, мы где вообще? Ну-ка. Ну, пока что можно там же пройти отсюда, да? Пакет молока. Бомбардиры здесь спят. А, надо нам это, миксер первого уровня это защитить. Пойдем. Не, давай сперва вещи оставим. Да он же по пути, по-моему. Или нет? Его не надо чинить. А, под изгородью остался костюм. Он там. Пошли тогда. Это, отметил. Хорошо, что скорость прокачали. Ну, через лес беги, чтобы они застревали. Да, я так и делаю. А, светлячки. Что-то пикает ноду. Где-то под водой есть, походу. Вот тут Дафни. Я не слышу ничего, у меня ничего не пикает. Раз. А вот теперь пикает. Это кусь. Слышь, ты чё, офигел? Так, где ты здесь? А, вот нашел. Школьный учебник. Если светлячков поубиваешь, можно это, фонарь поводный тоже тебе сделать. Прям, давай пошли тогда. Да, он же прямо здесь летает. Под нами. Угу. Только здесь еще москиты мешают.
Это, из лука стреляй в них, я тебе это прокачанное дам, я его использую. Второго okay. уровня. Взял лук? Что не может взять... Ты вместо старого лука на... А есть место в инвентаре? А, у меня есть мусорокоса. Сейчас выкинь мусор. Выкину. А он же сел живот. И тогда копьем. Видим, что еще так. Надо сейчас комара завалить, чтобы не мешал. А, они пиздец это. Ничего себе. Бери лук пока что. Ничего себе. Смотри, два светлячка уже. Тот ему помогает, да? Воздушная битва. А там вот антенна от научной станции. Да, вот да. Это. Ах ты хитрожопый. Побежал, да, от них? Кинжалом можешь фигачить его. Что так маленько? Обычно первого уровня. Я тебе же тебя давал второго уровня. Возьмем лук второго уровня. А этот можешь выкинуть. Да это что ли? Второго уровня взял. Покажи. Этот выкинь. Так, а где тут? Или на базу. Все... Вот, вот этот второй, видишь, второй уровень. Что, давай стреляем на этого? Которого, этого, давай, стреляй. Подись. А он мне этот, от третьего лица закрывает. А, вот. Не попал? Попал вот, не идет. Не, я не попал. Нифига попал? Себе. О, стреляй в него. О, в задницу стреляй. Бил. О, красавчик. Чуть не помещается. Все, так, второго. Светящая кисель взял. Чешуйка, светлящая кисель, светящийся кисель. Так. Бери чешуйку. Кисель. Где? А, вот. Это свой старый лук выкинь. Да я на базе оставлю, пусть стоит. Чё. Так, погнали тогда за миксером. Если он не сломанный, да? Блин, кстати, он может не сломанный же, да? Точно миксер или что? А, это подъема как? Девушка, девушка, а где миксер? Это же здесь был миксер. Вон там один миксер есть. Вон там второй. Короче, нам походу через базу идти. Пойдем. А, вон миксер. С той стороны, кас. Из гореди. Я отметил. Пойдем туда. That tastes really good.
Но он, наверное, сломанный, да? Мы его запускали, нет? Да. О, прям на паука прыгнул. Беги. Так, наука. Can I get extra credit for this? Это зыркнуть надо, это робота. А с ним же наука выпадает, давай на что. Отойди, отойди, тут паук хочется. Как раз паука этот, паутину собираем. Вот там еще гусеница присоединилась. Сзади паук сидит, ноги. Надо наверх залезть от меня. Она сюда не залезет. Вот маленький залезет. Now let's review the progress of the last few months. Как мы это можем устроить? Raw science containment has been a success. At last measurement, we are within 0.2% translation accuracy, but those final infinitesimal bits have proven the most difficult. Between school, grading papers, nightly work in the yard, and this sweltering summer heat, I feel stretched. Oh, some nights I'm so exhausted to work on my experiments. All this is going to give me gray hair. I mean, why should the other day, Trudy said that the stress is putting wrinkles on my face. She may have a point about the hair, though. As much as I'm loath to admit it, it does seem to be thinner. Perhaps it's time to dig out the Sketty clamp and try it on myself. I'm sure it's in a bin or box around here somewhere. Тут что-то пикает. Да, это микшер пикает. Так, светлячки закончились. Ворона? Чё за... Ну. Прям подо мной стоит. Над тобой. А это, вот видишь, там, где я залезал, он на ней стоит. Поилка для птиц или купальня, как это называется? Надо туда забраться, что ли? Я уже миссию это выполнил уже. А что там надо было делать? Рычаг нажать или что? Не, веху поставить надо будет. Просто веха и все? Угу. А здесь еще светлячки. Как в этом, помнишь, игре? Это скорость покачали, могли везде бегать. Иди сюда, блядь. Вон там ведь. Отличка, видишь? Ну, пойдем. В задницу стрелять надо, у них слабое место. Второй этаж. То мы еще не доросли. Так, где-то здесь. У меня, походу, баг.
Легко до сих пор показывает. Ты там зубку нашел? Вот тут тыкает зубка. Походу он под нами. Моды. А, нет, не тут. Тут тупик. А вот думал, где тут наука, а вот наверху нас. По-моему. Или под землей. А там внутри тупик. Да, походу под землей. Нужно вход найти. А вот под вот этим же куколкой пойдем. Нет, там я зашел в тупик. Тупик, что ли? Ай. Видишь? Значит, еще вход где-то должен быть. Я специально вокруг хожу, ищу этот тупик. Ох, уже отравил. А, вот здесь вход, наверное. Пойдем. Да, точно здесь. Полушков надо завалить. А, вот иди сюда. Вот в ногу. Вот этих паучков надо завалить. У них там опять паутина будет выполнять. Вот за мной двое будут клониться. Последний, а нет, еще две ячейки. Тут мы отсюда пришли же. Там больше ничего не снял, не осталось здесь. Странно, вот это что за. Че, много паутины забрал? Ой, здесь этот ходит. 29. Волчок ходит там. Двадцать девять штук. Ништяк, идем на базу. Билли Хога. Давай вот это разобьем. Я все равно не смогу здесь. Ну я соберу мясо. Так, где? Там упало. Вот. Нившая еда, чего? Тухое мясо. Я же перекус. Вот. Они все тухлые по виду. Нет, там написано это свежие. Свежий перекус, среди них есть окос, есть поискать. Остальное все есть вообще окос. Пойдем. На базу.
короче, отдельную коробку сделать, чтобы я мог ложить. Воду поставлю. Блин, скорлупа нужна уже в воде. Скорлупунька. У меня только кусочки. Не получится, да? Что не получится? А мне куда-то складывать, ты мне скажи. Да пока это, знаешь, в первый просто складывай. А тут места нет. Что, паук ходит, да? Либо паук, либо уже коровка. И так шумно ходит. Да, это паук. Давай наверх залезаем, мочить будем сейчас его стрелами. Да, а дом твой не сломает? Да. Но если ты прям возле него не будешь стоять. На какой этаж? Да без разницы, главное, чтобы это ты видел его. Бой главное, чтобы не заканчивался. Давай. А вот. Стреляй в него. Что, начинай, да? Да стреляй. Так, что у него там слабости? Острая рука. Он там быстро там стреляет кто-то. Невозможно просто. Gonna have a look around. На упреждение стреляй. О, немного склонил. Попал. О. Ох, так. Он мне жизни отнял. Armor protection. Engage. Что-то стрелу взял? Стрел маловато.
Обсквался? Да. Так это не сюда, это не сюда, это не сюда, это не сюда, это не сюда. Это вообще все не сюда. Так, кроме паутины. Так, кажется, много сделано, если хочешь починиться. А тебе же надо этот налобный фонарь сделать, да? Mm. Ну-ка, красно. That tastes really good. Так, нам нужно песочницу сходить, чтобы мне починить броню. Куда? Песочница. Песочницу? Песочницу. Так, еще чинилку возьму и пойдем за миксером. Обратно туда, что ли? Нет, у нас здесь по пути к песочнице есть еще одна. И, по-моему, мы ее тоже запускали. Бустер. Это вопрос. Просто камень. Так. Чё, побежали? А сейчас это 5 минут сейчас. Труба, миксер. Миксер. Че ты где? Да, я тут на крыше. Я не вижу.
дорожки строю. Я вижу. Ты там по пути можешь захватить этот поддон, если готов есть? Какой там поддон? Пойдем к миксеру. Короче, я побежал к миксеру. Да я за тобой бегу. На, держи. Вещак. You can be smart, fast. Можем еще за личинком взлететь сейчас. Так, вот миксер. По-моему, против муравьев этот... Копье хорошо работает. Может, вокруг сперва стенки построим, или ты активируешь? Я еще не запустил. Давай стенку построим хотя бы. Стенки, может, это ловушки? Стенки же они быстро сломают. Ну хоть и то, и другое. Ох, стебель. Кто там? Клоп, что ли? Блин, тут клоп. Жать надо. Отходи, я сейчас его отвезу. С муравьями физика гачится. Кроме слабости. Еще удар. There's no women crying, but it's better than nothing. Ничего она даст, если она запустится. Науку, наверное, дай. Уйдите. Бакот, блин. Тупит. Да.
реально жесткий бак идет. Ты прям на ноги ему, конечно, строишь. Нет, ты не понял, тут мог он вот так под углом встать вместо этого, да? А он пропадает, то ставится, то не ставится. Вот одна доска и все. А, все. Только закончилось. Ты еще снег ставишь, что ли? Да. Все, давай лучше эти ловушки поставим. Да. Блин, чертополох нужно. Поэтому давай снег поставим. А вот рядом, кажется, чертополох. Я сейчас соберу их. Ставь вот эти ловушки вокруг. Или ты соберешь, черт плохо. Да, я соберу, ты ставь. Иди сюда. Собирай. Тут комары. Давай тогда ты строй ее. Завали его. Кинжал возьми, легче будет его убивать. Видишь, что у него слабость, рубящие удары. И черта плохо. Давай ты собирай, он уже сдох. Я поищу. Чего мне собирать-то? Ты собирать больше? Да. Да ну, блин, у вас комары. Привел, что ли? Ты видишь, аптечка сейчас ну, пойдет. Уже упал. Сейчас вижу этого комара. Поскидай. Иди сюда. Макс, no playing around. I'm definitely paying you back for that one. Аптечка есть? Есть. Вон еще. Блин. Упал. Так, веревочки создать. Мне кажется, мы слишком много это укрепление строим для этого. Думаешь, хватит, да? Так, сок еще нужен, Кость. Обычный сок? Да.
Тут больше другого сока нет. Древесный ж. Что у нас рядом? Как можешь собрать? Еще сорняк, стебель сорняка. Так, я сейчас стебель сорняка приду, принесу. А вот здесь сок у кас есть. Задание почти выполнил на одну штуку. Надо же этих хороших муравьев тоже убивать. Ну блин, кто там агрится опять. Так, стебли собрал, иду. А сколько там? Смотри. Видишь, сколько несет? Смотри, видишь? Смотри. Где вообще сейчас? Я сзади тебя, блин. О, нифига себе, что прокачал, да? Так, что, чертополох принес? Я не нашел что-то. В смысле не нашел? Там же прям чертополох растет. А там за мной комары гонится, сюда пошел. Ёшкин. Иди сок собери лучше. Еще и на стрелы останется, походу.
Это чертополох матерится, вы мою защиту забрали. Ну. Так, сок нужен, сок. Два, три сока. Четыре сока. Чертополох еще нужен? Нет, чертополох уже не нужен, сок нужен. Вон там ветку с ветки собрал. Еще ветки, если найдешь. Какие ветки? Инвентарь получился, что за... Откуда у меня это говно? Грустно, что-то. Сок нашел? Ну, что-то болох беру. Еще три сока нужно. Древесного. Ой, это что, печенька, что ли? Паучок не дает брать. Печеньку. Всякое, блин, паучок. А, от колючки весь фигачится. Ха-ха-ха.
Все, давай. Инвентарь пован, пишет меня. Так, что там? Все, запускай. Задание не понял. Ну. Клешки летят, что ли? Клещей собирать тоже, шерстка понадобится. Муравей собирать не надо, у нас там нифига не так. Клещей собирать. Все, мы задание выполнили. Еще что? Так, задание выполнили, сейчас миксер дождемся. Я думаю, еще будет. Дальше если на него прыгнуть, что будет на миксере? О, кто-то идет. Он, наверное. Это муравей опять, да? Солдаты. Вот клещи собери. Вот, 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 вот клещи, вот здесь. Колючки прыгают. Собирайте клещи. Вот еще. Вот еще. Вот пришли еще. Что здесь вибрирует? Вообще. Эти насекомые наоборот должны убегать от этой штуки, что они на группу. Ох, видишь, сами прыгают и умирают. Я не могу.
О, клеща соберешь. Обнаружено мутанта, сторожевой пес. Ты что, мутацию дает, да? На ухо что не дало? Клеща собери вокруг еще. О, 2000, ништяк. Тысячи науки. Вот клещи еще. Вот. Че еще видишь клещи? Они нам, по-моему, вообще ни одну штуку не разбили, ни одну постройку. Ага. Видишь, стекло лопнуло у него. Пошли на базу. А что за этот мутацию нам дали? Сторожевой пес. Атака во время обороны. А, это нужно включать, когда этот на нашу базу нападают, да. Или этот, когда на миксер нападают. Так. Что это? На базу? Да. Soldier in, look out! Что, тебе личинки не нужны? Личинки не хочу, шоуры. Так, это. Сейчас важно дверь ломать будут. У меня все равно на личинок этого нет. Инвентарь забитый. How many aphids is that? Там новое задание, посмотри, что там выдадут нам. В лаборатории. Ой, под станцией, точнее. Так, башня замка из песка. Помнишь, тот песочник и охотник божья коровка. Так, что за задание? Охотник божья коровка. Убить трех божьих коров. Ну, Каркарас, я этих замочен. Он тебе, помнишь, кусачьи божьи коровки? Или тут только эти первого уровня, имеется в виду? Башня, замка из песка. А вот, кстати, эту башню я не смог забраться. Да, ты тут, можно уже тут построить. Так, у нас паутинка заплелась. Хорошая штука, да, вот это? Светлячку и налобный фонарь. Факел уже не нужен. Ну. Ну, давай спать, и можно, я думаю, прям сейчас заканчивать. Что, серию? Ну. Время сколько? Да, можно.
Дорогие наши любимые друзья, подписчики. На этом наша очередная серия заканчивается. Какая это по счету, ты знаешь? Честно говоря, нет. 14 или 15. Ну, у тебя, не знаю, где-то 16, может. У меня 14, наверное. Могу ошибаться. Вот это. Спасибо, что были с нами, смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. Подписывайтесь. Всем спасибо, всем пока.